Стены оштукатурили и покрасили, отремонтировали входные группы, козырьки, поменяли осветительные приборы. В доме номер 25 по Пролетарскому проспекту в ремонт по программе губернатора были включены все 10 подъездов. Качество выполненных работ в 7, где он завершился, проверили сотрудники регионального управления технического надзора капитального ремонта и администрации округа. В целом качество ремонта действительно соответствует заявленным требованиям. Отремонтированы как входные группы, так и внутри подъезды, заменены почтовые ящики. Радует, что в каждом подъезде свое колористическое решение. Радует, что в каждом подъезде мы встретили жителей, те, которые действительно довольны качеством проведенного ремонта. Все работы были согласованы с жителями, в частности, выбирали и цвет стен. Где-то можно увидеть вот такой приятный оттенок, а где-то настоящую картину. Весьма творческое решение по просьбе жителей. Нам нравится, всем жителям, ну, нашего подъезда. И цвет вот розовый, потому что мы постоянно вот 38 лет жили, все время зеленый. Сейчас решили просто другой цвет. Проводились работы на всех 9 этажах здания. В целом же на их выполнение в 7 подъездах понадобилось около 4 месяцев. В данный момент на стадии завершения и ремонт в оставшихся 3. Ремонт проведен подрядной организацией. Выполнен достаточно качественно. Были замечания администрации, но они незначительные, которые устранятся в ближайшие дни. Сама же приемка сможет состояться только после устранения недочетов. В настоящее время в нашем городском округе выполнена работа в 110 подъездах из 392 вошедших в программу. В 59 работы продолжаются. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.